Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Подрастайте поскорее, малышарики! Лови его! Доброе утро, малыши! Привет! Доброе утро! Здравствуйте! Пора вставать! Начался новый день! Сегодня вас ждет много интересного! Меня ждет! Малыши, а что мы делаем, когда просыпаемся? Заправляем кровать! Правильно, ежик! Я первая! Очень хорошо, пандочка! Молодцы, малыши! А теперь умываться? Верно, крошек! А теперь умываемся! Чур! Я первая! Какая торопыга! Полотенце забыла! Осторожнее, маленькая ракета! Пандочка уже умылась? Так быстро? И мы быстро! А где мыло? Ой, скользко! Скользко? Ага, кажется, я поняла, куда делось мыло. Туда! Вперед! За мылом! Туда! 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 А, пандочка, вот ты где! Нет, пандочка, мыло полезное, только очень скользкое. Как же его поймать? Всем вместе! Давайте попробуем! Ура! Получилось! А теперь умываться! Намылим руки! Но я уже вся намылилась! Сегодня наших малышей ждет чудесный день, потому что утреннее умывание дарит бодрость и хорошее настроение. Правда, пандочка? Ага, главное мыло поймать. Умываемся. Куда это собрались наши малыши с утра пораньше? Умываться! Ах, прохладная водичка! Разбуди скорее личика. Не хотим мы больше спать, нам давно пора вставать, чтобы бегать, ползать, прыгать и играть. Ах, прохладная водичка, разбуди скорее личика. Не хотим мы больше спать, нам давно пора вставать, чтобы новые вопросы задавать. Вот мыло, а вот полотенце, чтобы вытираться. А вот еще скамеечка. Скамеечка, чтобы умываться. Чтобы забираться и умываться. Просыпайтесь, глазки, глазки, просыпайтесь, ушки. Ушки, ждут нас книжки, ложки и игрушки. Игрушки. Просыпайтесь, щечки, щечки, просыпайся, нос. Ой. Ну-ка, задавай новенький вопрос. Ах, прохладная водичка, разбуди скорее личика. Музыка.
Весь новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. В мастерской. Сегодня малышарики знакомятся с папиной мастерской. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А это что? Это мастерская. Нравится? Да. Нравится. А зачем она? Чтобы мастерить из дерева. Это из дерева? Да, барашек. Сперва выпиливаются из дощечек стенки. Потом они склеиваются, и получается шкатулка деревянная. О! И слоник из дощечек? Слоник тоже деревянный, но не из дощечек, а из большого бруска. А там что? А это детская площадка. Площадка! Площадка! Ура! Малыши, подождите! Палочки падают! Карусель не крутится. Качели не качаются. Малыши, так ведь это только заготовки, чтобы сделать качели и карусели. Сейчас мы с вами все соберем. Мы? Конечно, ведь вы мне поможете? Поможем! Поможем? А как? Сначала установим на лестницу перекладины. Вот они, лежат рядом с Нюшенькой. Так, умница, ежик, барашек, помогайте Нюшеньке. Оп! Лесенка! Деревянная! Оп! А теперь качели. Оп! Так, так, левее. Хорошо, ставим. Ох! И самое главное, деревянная карусель. Нюшенька, осторожно, она слишком тяжелая. Молодцы! А теперь кататься. Какая дружная команда получилась из вас, малыши. Пожалуй, в следующий раз мы сможем с вами построить что-нибудь посложнее. Дерево. Здравствуй, барашек. Что это ты несешь? Стул или стол? Еще не знаю. Пока это деревяшка. Деревянный стул, деревянный стол, а под ними деревянный, деревянный пол. Правда, 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 не шучу. Я по деревяшке постучу. Тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук. Сколько деревянного вокруг! Дерево не тонет. Дерево прочное! Ла-ла! А еще дерево прятательное! Пандочка, ты хотела сказать непрозрачное. Ага! Пандочка, пандочка, ау, ау! Тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Сколько деревянного вокруг. Тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, деревянный, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Сколько деревянного вокруг. Сколько деревянного вокруг. Ха-ха-ха!
есть новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Большой друг. Догоню! Нет, не догонишь! Здравствуйте, малыши! Привет! Привет! Ой! Ого! Ёжик! Ёжик! Ну, ёжик! Это кто такой? Такой большой! Это динозавр, древнее животное. Динозавр! Не бойся, пандочка, он игрушечный. А я и не боюсь! Какие большие ноги! Очень большие! Раз он игрушечный, давай с ним играть! Лови, динозавр! Лови, динозавр! А как с ним играть? Сейчас у него спросим! О! Придумала! Мы будем по нему лазить! Хвост, спина, шея, голова! Пандочка, ты не ушиблась? Не, хочу еще! Этот динозавр, он как горка! Горка? Спасибо! Какая хорошая диногорка получилась из динозавра. А у наших малышей, кажется, появился новый друг. Динозавры. Ёжик, что это? Нога. Динозавра. Уважаемые дети, ох, давным-давно на свете жили-были динозавры, динозавры хороши. Они были выше ели, и по 100 зубов имели, и при этом так шумели, но как будто малыши. И динозавры громко топали, динозавры много лопали. Динозавры были гордые слегка, потому на все смотрели свысока. Крошик, как ты думаешь, что умеет этот динозавр? Летать? Умница! Это птерозавр, а этот? А этот плавать! Это плезиозавр. А мой умеет играть! Как это? Малыши, а вы знаете, где можно встретить динозавра? Нет! В музее! И динозавры громко топали. Топ-топ! Динозавры много лопали. Ням-ням-ням! Динозавры были грозные слегка. Да-да! А потом сказали всем пока-пока. Ха-ха-ха!
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Русалочка. Добрый вечер, девочки. Привет, а у меня ванна. Здравствуйте, а у меня корона. Очень красиво. И еще вот. И еще у меня вот. Сокровища! Настоящая принцесса! А еще вот и вот! И ничего интересного! Давай со мной! Нет-нет-нет! Корона намокнет! Нюшенька, а ты разве не хочешь побыть русалочкой? Не, не хочу! А кто это? Русалочка – это такая принцесса, которая живет в воде. А, я русалочка? Еще не совсем. Вот так? Так тебе не достать русалочки на сокровища. Там сокровища? Сокровища! Теперь Нюшенька настоящая водяная принцесса. Ну и где тут сокровища? Сокровища! Сейчас! Вот! На! Сокровища! А можно мне? Да пожалуйста! Сколько блестящих сокровищ у наших принцесс. А ты тоже русалочка? Ня, я акула! Ну, добрая. А хочешь, завтра ты русалочка? Угу. А ты акула. Хотя нет, не акула. А кто? Золотая рыбка. Какие теперь чистые наши девочки. Прямо сверкают, как настоящие сокровища. Моемся. Пора спать. Да, барашек, но только сначала мыться. Мыться! Чтобы было, чтобы было. Если б не было мочалки или мыла, если б не было, представьте, даже ванной, были б грязными всегда Колли, Петти, Маши, Тани и Иваны. Но мы будем мыться, мыться, будем мыться, мылить лица, будем мыться, не лениться. Да мы будем мыться, мыться, чтобы чистыми ложиться, пусть хорошее приснится. Потрём, вот так теперь, вот так. А ну, повернись. Вот так. Так, потрём. Мойся, уточка, будешь чистая. Вот так, вот, вот так. Вот это да, барашек. Зачем же ты опять перепачкался? Чтобы опять помыться. Но мы будем мыться, мыться, будем мыться, мылить лица, будем мыться, не лениться. Да мы будем мыться, мыться, чтобы чистыми ложиться, пусть хорошее приснится. Пусть хорошее приснится.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Семечко. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Что это? Это ягоды. Попробуйте. Ой, какая ягодка. Нет, ежик, не ягодка. Это семечко. Семечко от ягодки? Верно. Малыши, угадайте, от какой ягодки это семечко? Вот красная ягодка. И у меня красные ягодки. Это же клюква и красная смородина. Как думаете, может внутри этих ягод спрятаться наше семечко? Нет, клюква маленькая. Кислая. И смородина. Ух, кислая, но вкусная. Так, надо проверить остальные ягоды. Ха-ха, черная. Верно, пандочка. Эта ягодка так и называется. Черника. Черника. Нет, маленькая. И сладкая. Семечки маленькие. Верно, ежик. Семечки крыжовника намного меньше нашего. Ням-ням-ням. Семечко не такое. Правильно, малыши. Семечко винограда совсем не похоже на наше. Больше ягод нет. Мы не нашли, откуда семечко. Ах, малыши, все проверили, а одну ягодку так и не заметили. Какую? Где? А вы обойдите большое блюдо вокруг и увидите. Как сладко! Ням-ням-ням. Очень сладко. Семечко, ежик! Так вот наше семечко! И наша ягодка! Вот такая большая ягода называется арбуз. Арбуз! Ты мою ягодка! Ягоды. Малыши, а куда это вы идете? За ягодами! Ой, да ягода малинка! Ой, да ягода малинка, где ведерко и корзинка? Ой, да ягода брусника, да лесная земляника, ну-ка руку протяни-ка. Ягодка в варенье, ягодка в компот, ягодка в ладошку и в рот. Малыши, какие ягоды вы любите больше всего? Я смородину. А я клюкву еще больше. А я крыжовник больше всех. Нет, я больше всех люблю виноград. И все малыши любят большую и сладкую ягоду арбуз. Свисают прямо с ветки, словно красные конфетки. Вишенки, вишенки для Машеньки и Мишеньки. Любят ягодки любые, всякий карапуз. И особенно он любит ягоду арбуз. Ягодка в варенье, ягодка в компот, ягодка в ладошку и в рот. Ягодка в ладошку и в рот. Ха-ха-ха.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Черепашка. Здравствуй, пандочка. Что это ты делаешь? Здравствуйте. Я просто гуляю. Ой. Здравствуй, ёжик. Здравствуйте. Куда же он так спешит? Кажется, ёжик завёл себе питомца. Питомца? Питомца. И теперь он за ним ухаживает. Я тоже хочу питомца. Кушают. Это не камешек, это мой питомец. Питомец – это животное. Котенок или собака. Они живут у нас дома, и мы за ними ухаживаем. Вот у ежика черепашка. Черепашка? Ой. Можно я тоже? Можно. Хочешь, будем ухаживать вместе. Хочу! Пандочка и ёжик решили вместе ухаживать за питомцем. Какие же у нас заботливые малыши. Питомцы. Ёжик, кто это у тебя? Это мой питомец. Если взяли в дом собаку или кошку, заботятся о них не понарошку. Пусть у них смешные есть хвосты и ушки, но они, дружок, живые, не игрушки. И застенчивый котенок, и веселый пес добряк, попугай в нарядной клетке, попугай в нарядной клетке, и запасливый хомяк. Барашек, а ты знаешь, как заботиться о питомцах? Кормить. Поиграть. И погулять. И с рыбкой погулять. Нет, малыш, гулять с рыбкой не нужно. А вот менять ей воду в аквариуме обязательно. Застенчивый котенок и веселый пес добряк, попугай в нарядной клетке, попугай в нарядной клетке, и запасливый хомяк. Пусть под лампочкой нашей, как под солнцем, хватит места всем питомцам.